Юные таланты, певцы, музыканты, танцоры, кандидаты в мастера спорта, призеры и победители республиканских конкурсов. Все это о воспитанниках Центра дополнительного образования. В его стенах не один десяток тысяч мальчишек и девчонок получили путевку в жизнь. Изначально это был областной дом пионеров. После окончания войны дом пионеров обрел свою крышу. Там же появились истоки сегодняшнего технического отдела, авиамодельный спорт. Также было и судомодельный спорт. В 90-х дом пионеров претерпел ребрендинг. На учебной карте Бобруйска появился дом художественного творчества. Елена Жуковская руководила кузницей талантов 11 лет в начале нулевых. Стремилась сохранить достижения прошлого и приумножить их для будущих поколений. При ней под крышей дома творчества появились и ЗО, и фотостудии, а также музей. Я благодарна за то, что поработала в этом коллективе, потому что я считаю, что творческий такой коллектив, он сохранился, никуда никто не разошелся, плавно перешли вот теперь уже в Центр дополнительного образования. Основы азбуки, театральное искусство, программирование, спортивные танцы. Современный Центр доп. Образования насчитывает несколько десятков объединений по интересам. Каждый день с утра до вечера здесь кипит жизнь. Свой творческий потенциал развивают ребята всех возрастов. В этом году Центру 75. Праздник воспитанники сделали сами. Кто голос приложил, кто движение. Пошили костюмы, написали сценарий. Поздравления принимали вместе с гостями, педагогами-ветеранами и выпускниками. Среди многочисленных подарков – почетные грамоты и денежные сертификаты. Наталья Березовская – одна из награжденных. Педагогом в центре работает уже 40 лет. Приятно осознавать, что твой труд оценили и он востребован, так как до сих пор ребята ходят в оркестр и занимаются, и мне кажется, им это нравится. Наталья Березовская в прошлом сама воспитанница учреждения. Сейчас руководит оркестром народных инструментов. По ее мнению, педагогов Центра прошлого и настоящего всегда объединяло стремление сделать мир лучше, развивать детские способности и раскрывать их творческий потенциал. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.